General quarters, general quarters. All hands man your battle station. All hands man your battle station. Всем привет, с вами Адмирал Дредд, и на этот раз мы будем строить, уже наконец-то строить, эсминец. Эсминец, который придумал игрок в игре Simple Plains ником Fëanor. Это небольшой, дешевенький эсминчик, который несет на себе 9 орудий главного калибра, ну и, в принципе, вот такую небольшую пушечку на носу. И две маленькие пушечки вот здесь. Давайте сначала на него посмотрим. Он в масштабе 1 к 1,7. Ну, то есть на 70% больше, чем должен быть. Он в масштабе 1 к 1 в длину примерно 160 метров, а здесь он у нас 258 блоков в этом масштабе. Вот. Ну что ж, начнем его строить. Осадка у него 9 блоков. Сейчас я вам это покажу. Вот 9 блоков осадка. Водичка будет вот здесь. Строится достаточно легко. Вот блоки, которые нам понадобятся для строительства. Железные блоки, они нам не понадобятся. Стекло для мостика. Ступеньки каменные, плиты каменные, черный бетон, ну или же другой черный материал, красный бетон или же другой красный материал, сосновые доски, ну камень или же другой серый материал, кварцевый блок, золото, стены из каменного кирпича и кварцевая плита. Причем она здесь понадобится только одна. Вот, начнем. Это у вас первый блок, он находится у вас на глубине 9 блоков под водой. Давайте я вам даже это продемонстрирую. То есть вот у вас водичка вот здесь. Раз, ну то есть первый блок под водой как бы считается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот этот у вас самый нижний блок. Теперь мы должны идти вон туда, 258 блоков. Смотрите, этот у вас блок первый, то есть 1, 2, 3. И мы идем 250 блоков туда, то есть там, это там, к примеру, 40-й. И мы вот так вот идем. Это немного долго. Ну и вообще корпус строится достаточно долго, но легко. Вот, это у вас блок номер 228, то есть 227, 228. Ну и здесь также поднимаем на 9 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Дальше мы берем камень и поднимаем тоже на 9 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9. Дальше мы берем доски и делаем часть палубы. До носа протягиваем палубу. Палуба здесь обязательно должна быть из еловых досок, чтобы именно у вас получился такой же кораблик, как именно у Феонора. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. У нас получился вот такой огромный прямоугольник. Огромный прямоугольник. Ну, конечно, пока что это не похоже на корабль. Теперь нам нужно сделать вот эту часть. То есть, смотрите. Здесь проходит серединка. Это самое широкое место. Вот здесь. А примерно где-то тут начинает у нас нос именно сужаться. То же самое мы можем видеть на корме. Поэтому мы сейчас будем делать именно вот эту часть. После этого мы будем округлять днище корпуса. А дальше сделаем корму. Поставим пропеллер, поставим руль и уже перейдем к надстройкам и пушкам. Так, ну теперь уже мы можем приступать к строительству корпуса. Сейчас мы будем ставить вот такие вот секции, например, вот эта секция 1, 1. Два, дальше идет три, три, четыре, 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 пять, ну, короче, и так далее. Также дальше мы будем делать корму, потом мы будем округлять корпус. Срезать с кормы здесь вот все лишнее, делать руль. Винт и так далее. Берем мы камень и приступаем уже к строительству. Начинаем мы с носа. Сначала у нас идет секция, две секции по одному. Эта секция идет как один, дальше идет еще секция один. Дальше идет секция два. И две секции по три. Две секции по три. После чего у нас идет очень много секций по четыре. А именно у нас идет четыре секции по четыре. Раз, два, три. И повторяем с другой стороны. Раз, два, три, четыре. После чего у нас идет три секции по пять. Три секции по пять. Хорошо. Раз, два и три.
Раз. Два. И три. Дальше у нас идет одна секция по шесть. Вот шесть блоков ставим вот так вот. И с другой стороны тоже секция 6. Ну, все симметрично. Это у нас не авианосец. Дальше идет секция 14. И с другой стороны тоже 14. Вот. И секция целых 20. Раз. Два. Три. Четыре. Лист с другой стороны тоже 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. И дальше идет секция целых 105 блоков в длину. Да, самая большая секция. Это именно вот эта вот серединка. Вот что у нас получается. И дальше идет 105 блоков. Это у нас получается по 5. 21 секция по 5. То есть у нас 5 и так 21. 4. 5, если я не ошибаюсь. Можете после того, как сделаете, проверить себя с помощью, вот, например, железных блоков, чтобы было хорошо видно. И вы сможете посчитать количество. То есть у меня здесь 5, и мне еще нужно 16. Проверяем себя, чтобы не ошибиться. Это очень важно. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 10. Нам нужно... Еще 11. Проверим, сколько здесь. Здесь у нас, проверяем, мы 10 сделали. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, еще пятерочка и 21. Также я сверю это все с моим кораблем-прототипом. 186, 187. Сейчас я должен все проверить. Так, мы еще раз все проверяем. Раз, два, три. Так, извините, здесь нужно не 100. Не 105, а
то 6 блоков, ну, просто добавьте один блок. А дальше. Дальше у нас идет секция длиной в 25 блоков. Ну, давайте сразу продолжим эту секцию, чтобы про нее не забыть. Вот так. И теперь делаем секцию 25. Давайте проверим. Вот здесь 25 блоков. Опять я сверю с прототипом, чтобы не ошибиться. Да, здесь у нас 25 блоков. Все отлично. И здесь тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 22, 23, 24, 25. 25 блоков. Следующая секция. Следующая секция у нас 10 блоков в длину. Намного короче. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Десять, вот. И с этой стороны делаем то же самое. Дальше у нас идет секция... Две секции по 9 блоков. Вот они. Две секции по 9 блоков. Отлично. Да. Одна секция и вторая. Дальше секция по 5 и секция по 4 за ней. Секция 4, вот. Секция 5, секция 4. Дальше три секции по 2. Три секции по 2. После чего две секции по 1. Две секции по 1. И соединяем мы карму. Вот так вот. Здесь у нас получается 7 блоков. Вот все. Дальше я скажу вам, как мы будем делать корпус вниз. Чтоб он именно получился вот такой весь красивенький, скругленненький и так далее. Так, дальше. Дальше мы берем камень. Подлетаем, например, к носовой части. Это не очень имеет значение. И под красной частью мы делаем линию в 5. И после чего мы повторяем это абсолютно везде. И в 5. И на этой секции, и на этой, и абсолютно на всех секциях корабля. И здесь, и на корме. И красным цветом тоже. Но только 5. Это очень важно. А ниже, то есть вот эту вот четверочку,
мы трогать не должны, потому что здесь у нас будет дальше скругление корпуса. Также я вам покажу обязательно, как сделать нос, потому что здесь есть небольшие сложности. Ну, а после этого у нас получится небольшая такая коробочка. И после этой коробочки мы должны будем срезать полностью вот эту часть. Но это мы сделаем только уже после того, как мы еще и корпус скруглим. Поэтому делаем абсолютно везде, здесь тоже. Так делаем и здесь тоже. И даже на самой корме, хотя здесь этого как бы нету. Нету здесь вот этой вот красной части вообще. Но мы сделаем коробку, а потом с нее вот так срубим лишнюю часть. Поэтому делаем абсолютно везде. И даже на самой корме. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Но не трогаем ниже. Ниже 5 блоков. Должно у нас получиться как-то вот так. Сейчас, конечно, для меня это будет минут 20, а для вас это будет 1 секунда. Сейчас я вернусь и покажу вам, как это все будет выглядеть. Мы продолжаем строить наш эсминец дисконтный, но я хотел бы вам показать, что на момент записи именно этой части видео я уже кое-что здесь добавил, а именно это корпус парохода Адмирал Нахимов. Давайте его быстренько посмотрим и продолжим строить. По нему тоже будет в будущем туториал. Если что, этот пароход в масштабе 1:1. Ну и также потихоньку я там еще начинаю строить имперский монитор класса QC14.1. Он там очень далеко. Я уже подготовил киль. Он очень длинный. Где-то 370 блоков в длину. Ладно, мы продолжаем строить наш эсминчик. НС Белслоу. Для этой части нам понадобится закруглить днище. Вот. Но есть одно но. И именно четвертая секция. Третья секция, первая и вторая. То есть смотрите, как будем считать. Вот это вот первая секция, это то есть первая. Дальше, видите, отходит. Это вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, десятая. И так далее. Давайте сначала я вам все покажу на вот этой серединке, самой большой секции. Мы идем сюда. То есть вот у нас уголок. На один блок внутрь, вниз на два блока. Вот. И потом внутрь на два блока. И уже соединяем... Еще вниз на один блок. Соединяем у нас с килем. Вот так. То же самое с другой стороны. И, например, вот у этой части, как мы делаем. Мы здесь делаем то же самое, только как бы на один блок внутрь. То же самое. И соединяем. То есть, вот видите, все секции так построены. Здесь делаем то же самое, но опять же, один блок вот так внутрь. Теперь туда. И соединяем. Но исключением являются только первые 4 секции. То есть, мы можем здесь, в принципе, сделать по-обычному. Смотрите, вот на пятой секции, да? Ну, даже не совсем по-обычному. У нас вот здесь соединяется с килем, и все. А вот здесь не совсем. Ну, давайте опять сделаем. С другой стороны. Просто вот так соединяется с килем, и все.
То есть вот видите, это первая секция, вторая, третья, четвертая и пятая. Пятую мы уже делаем так. И эту секцию делаем так вот. И остальные все так же делаем. Но вот первые секции, они немного другие. Смотрите же, почему. Убираем вот эту палку. Давайте делать... Начнем мы с четвертой секции. Заходим внутрь на один блок. Заходим внутрь. Вниз. И у нас тут соединяется, то есть, три блока. То есть, вот эта секция. Она как бы немного выше находится. Дальше давайте третью секцию сделаем. Опять внутрь. Тоже внутрь. И вот здесь один блок у нас теперь остается. Вторая секция. У нас здесь просто два блока. А первая, как бы первая, она должна была уйти вот так, да? Но мы же так не можем сделать. Да? Поэтому мы просто оставляем здесь все вот так. У нас остается, получается, вот такой вот нос. Давайте даже проверим. Вот. Такой именно нос и остается. Вот. Дальше мы делаем все вот эти секции, чтобы они выглядели вот так. Но вы скажете, что там насчет кормы? Корма. Ее вы тоже можете делать кругленькими секциями. Вам обязательно нужно будет сделать этими самыми кругленькими секциями вот эту большую штучку. То есть вот эту. Давайте мы же все это и сделаем. То есть два. Внутрь два. И соединяем. И здесь то же самое. Вот. И эту секцию, и эту, и эту, и эту, и эту, и эту. Ну, вот что насчет вот этой секции. У нас здесь соединяется вот так, но это не важно. Сразу говорю, корма. Корму мы будем вот так обрезать. Поэтому еще вот эту вы должны обязательно секцию доделать. Которая идет после вон той секции. Как-то это будет выглядеть вот так. Сейчас я вам покажу, что у нас должно будет получиться. Так, ну давайте посмотрим, что у вас должно было получиться. Вот ванна корпуса готова. То есть вот, видите, все отлично. Теперь у нас скруглено. То есть вот секция, она тут заканчивается. Секция, она идет чуть дальше. Ну вот, смотрите внимательно. Надеюсь, все поняли. Если не поняли, можете писать в комментарии. Я на все комментарии отвечаю. И вот как получается у нас здесь. Ну и опять же, не забывайте, что у вас вот это... Часть носа, 4 секции, они немного другие. Пойдемте посмотрим, что там с кормой. Ну, опять же, вот. Все как у нас получилось. Палубу еще не накладываем. Вот, видите эту огромную дырочку? Ее вы можете оставить. То есть у вас здесь идет 5 блоков красного бетона и дырка. То есть вот у вас самый большой, самая большая секция. Дальше вот такая большая секция на корме, и вот еще эта секция, и дальше вы уже можете не делать. Ну, если сделали, ничего страшного, потому что этой секции здесь абсолютно не будет, видите, пусто. Потому что вот так как-то обрежем примерно. Вот так мы обрежем, и будет у нас все отлично. Вот, давайте теперь посмотрим, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас вот так будем обрезать корпус. Ставить пропеллер и
Руль. Да, пропеллер немного некрасивый, но я сделал все так же, как и на модели в игре. Ну и руль немного даже выступает. Сейчас я подготовлю все, и мы приступим. Так, сейчас, по моему мнению, самая сложная и самая такая важная часть. И именно сейчас будем мы немного подравнивать корму. Я уже здесь сделал отметочки. Так, начнем. Смотрите, видите последнюю самую секцию, да? Мы спускаемся на 4 блока и на пятом ставим железный блок. Вот и все. Теперь мы ставим вперед 2 блока. То есть у нас 1, 2. То есть 2 железных блока. После чего мы спускаемся на 1 блок вниз, ставим 3 блока. Спускаемся на еще один блок вниз, спускаемся на 1 блок вниз и ставим 2 блока. Вот так это все будет выглядеть. Дальше спускаемся еще на 1 блок вниз, но я даже это не буду говорить. То есть каждую секцию мы будем спускаться на 1 блок и ставим 3 блока. После чего мы ставим еще раз 3 блока. Вот. Да. Дальше ставим 4 блока. Спускаемся 4 блока. Вот так. Ничего страшного, что здесь вот так будет. Все. Ставятся вот эти блоки. Они будут служить вам отметочками, где придется нам все резать. 4 блока, 4 блока. И еще раз 4 блока. Вот, можете сравнивать с вот этой красной частью, как у вас все получается. Дальше 2 раза по 5. 5. 5. Дальше у нас идет секция в 6 блоков. Здесь ничего страшного. Вот так, 6 блоков. Да, все правильно. Дальше секция 5 блоков. Вот здесь она останавливается. Дальше секция в 5 блоков и 5 блоков. Вот здесь. Ну и вы меня спросите, ну мы это все так вот разровняли, линию поставили, что же нам теперь с этим делать? Ответ простой. Смотрите, за этими блоками нету ничего. Видите? То есть тут пусто. И теперь мы просто берем, например, вот эту самую верхнюю секцию, да? И вот так до самой, до другой части мы просто это все убираем. Вот так. Здесь то же самое. Там. Получается, мы просто это режем. Все. А вот эту нижнюю часть, то есть вот здесь, мы это все потом уберем. Все это лишнее. То есть и здесь мы это все отрезаем. Нижнюю убираем. Вот это все мы уберем потом. Здесь. Здесь. И вот что. И вот так, короче, все мы это лишнее срезаем. Все. Вся эта задняя часть лишняя. 5-му я говорил, чтобы вы здесь ничего не делали. Так, давайте мы даже все проверим. Это у нас какая координата? 214.
Подождите-ка. И вот эту мы убираем. Будьте только внимательны. И там мы все убираем. Да. До самого конца. Давайте еще раз проверим, что у нас получается. 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3. Дальше 4, 4, 5, 5. Дальше 6, 5. Вот и все, 5. Давайте с самого начала. 5, 5, 5, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 2. Все, сейчас я вам вот это все лишнее уберу и покажу, что мы будем делать дальше. Так, ну мы продолжаем. Вот что у вас должно было получиться. Да, с первого раза выглядит немного странно, но сейчас я вам покажу, что мы будем делать дальше. А дальше мы закроем все дырки. Но перед этим я вам покажу. Ну, не покажу, а еще раз мы все проверим. Потому что это мой первый туториал, и я хочу, чтобы было вам все понятно. Поэтому, если кто не понял, можете писать в комментарии, и я вам отвечу. Смотрим, здесь мы спускаемся на 4 блока вниз. Дальше у нас тут линия получается в 2 блока. Дальше линия в 3 блока. Еще вниз спускаемся, линия в 2 блока. Линия в 3 блока, 3 блока, 4 блока. Также можете ориентироваться на вот эти красные блоки, например, чтобы проверить, так же или не так же у вас получилось. Дальше 4 блока, 4 блока, 5 блоков, 5 блоков. Дальше смотрим. Дальше у нас получилось 6 блоков. Вот здесь 5 блоков. 5 блоков, 5 блоков, вот. Смотрите, что теперь делаем. Берем мы красный бетон или терракоту, смотря из чего вы делали нижнюю часть, и камень. Теперь смотрите вот здесь. То есть у нас получилась вот эта линия в 2 блока. И вот здесь вот так вот мы заделываем дырочку. Здесь заделываем вот так дырочку. Здесь вот так дырочку заделываем. То есть как раз между теми частями, которые вот здесь находятся. То есть вот, видите, здесь. Мы вот так все заполняем. Где идут уже красные блоки, то есть с вот этой части, мы здесь заполняем уже красными блоками. Ну, по-моему, это все достаточно понятно. И здесь заполняем. И здесь. Вот так. Ну, просто смотрите, и уже будете доходить до другой стороны самостоятельно. Ну, это вы понимаете, как делать. Дальше здесь, 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 здесь и здесь. Дальше вот здесь. Можете там ставить на паузу, смотреть все. Здесь. Еще вниз спускаемся.
И вот так у вас в конце концов получится. Давайте посмотрим. Получится у вас примерно вот что. Даже не примерно, у вас абсолютно так же получится. Вот. С первого взгляда кажется, что это сложно, но на самом деле это легко. Мы заделываем вот эту часть полностью, и после этого вы можете наверху делать уже палубу, просто ее. Всю вот эту огромную дырку сверху вы закрываете сосновыми досками, вот и все. Почему сосновыми? Так потому что цвет сосновых досок идеально подходит под палубу, так же, как и палуба этого эсминца в игре. Вот. Прям такой же цвет. Мы доделываем это все, то есть здесь все мы закрываем. Палубу стелим, и после этого мы уже будем делать винт и руль. Смотрите, как у вас все должно было получаться. Вот. То есть вы здесь закрываете все, чтобы была ровная полосочка, и уже вот соединяете эти части. И у вас получится здесь в серединке такая лесенка. Вот. Надеюсь, все поняли. Также сейчас я вам быстренько покажу, почему у нас будет скоро туториал. Ну, после этого туториала. Это десантный корабль. Вот он. Достаточно милимость. Короче, не очень, конечно, сильная детализация. Но все же. Кораблик небольшой и прикольный. Также я сделал даже грузовой отсек. Также сделаю версию с открытой передней парелью. Задней здесь нету. Две установки АК-630. И вот так, короче, он выглядит. Да, осадка 2 блока, это может быть не очень много. Но, по-моему, как раз для того, чтобы высаживать десант на неглубоком пляже. Плоское дно, как все и нужно. Вот, ладно, немножко отвлеклись от темы. Давайте доделывать этот эсминец. Ну и с палубой все и так понятно. Просто вот так ее заделываем. Продолжаем строить эсминец QC-14.2. Давайте теперь посмотрим на руль и на винт. Смотрите, как делаем винт. То есть находим вот эту самую последнюю секцию, и здесь, ну, под ней, мы ставим вот так три блока, чтобы один выпирал. И после этого спускаемся вниз на 5 блоков. Ну, то есть, вот этот первый считается. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте вот остановлю здесь 4 блока, чтобы все посмотрели. Спускаемся на 5-й блок. Теперь этот у нас первый. И считаем вот туда, в сторону носа. Мы считаем 10 блоков. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот так закрываем, ну, ставим блок вот сюда, чтобы это все закрывалось, и заполняем внутри. И получается у нас здесь один блок еще можно поставить. Вот что у нас получается. То есть у нас здесь пропуск в один блок. Дальше мы заходим на один блок внутрь и делаем вот так вниз 4 блока. Вот с другой стороны один блок внутрь, то есть на этот, и вниз 4. То есть изначально, вот когда мы сделали эту секцию, у нас только вот верхняя часть есть.
теперь мы делаем нижнюю. То есть у нас 4 получается на 8 блоков. Дальше внутрь и вниз 3 блока. 3 блока. И внутрь, и просто полосочка в 4. Вот так это все получается. Дальше у нас идет винт. Смотрите, вот видите эту красную часть? То есть идет вот эта секция, где ставится руль. Эта секция. Третья секция, она будет считаться. Вот, это у нас серая секция, и уже четвертая, она красная. Вот. Если что, здесь вот по одному блоку нету. Вот. И уже это четвертая секция. И на пятой, мы вот здесь в серединке присоединяем палочку. Вот здесь будет 4 блока. И уже выходит на 5 блоков. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. И делаем так на конце крестик. Вот как это будет выглядеть. Здесь все. И заходим до самого конца. И соединяем. Дальше берем золотые блоки, и сейчас мы сделаем пропеллер. Ставим здесь 3 блока, ставим еще... Ой, не 3 блока, а крестик, вот такой плюсик. Ставим сюда еще. Дальше наверх. Ставим вот так. 6 блоков здесь. Вниз 6 блоков. В сторону 6 блоков. Получается вот такой большой крестик. Вот и все. У нас корпус готов. Я опять полетаю здесь, чтобы вы все смогли увидеть. Как-то так. Дальше настройку делаем. И вот эти большие пушки.